А вот расследование убийства Павла Шеремета уже больше года топчется на месте. А теперь еще, как выяснили журналисты, нацполиция засекретила все решения судов по этому делу. Причем сделала это более месяца назад, а известно об этом стало только после запроса украинских новин. В ответе Госсуд администрации говорится, засекретить судебное постановление решили из соображений безопасности. На данный момент из открытого доступа пропало свыше 200 вердиктов. Но вот поможет ли это следствию? Напомним, 20 июля прошлого года в центре Киева неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился Павел Шеремет. Причастных к трагедии до сих пор полиция не установила, нет даже единой версии произошедшего.